Я Мачете. Это обращение в честь годовщины мексиканской победы 5 мая. На Аризону! Роберт Родригес представляет Мачете. Его звали Мачете. Днем я искал место чернорабочего. Садись. 125 баксов за ассенизацию. Ты когда-нибудь убивал? Дэнни Треха. Как ты знаешь, все больше нелегальных иммигрантов вроде тебя выдворяют из этой страны на благо обоих народов. Сенатор должен умереть. Ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Я не шучу, идет настоящая война. Каждый раз, когда нелегал пробирается на нашу территорию, совершается агрессия против суверенности государства. Это терроризм. Его подставили, пытались убрать и бросили подыхать. Думаешь, что совершаешь благое дело? Отлавливаешь своих соплеменников и отправляешь обратно в ад? Таков закон. Законы бывают разные. Мишель Родригес. Ты хочешь, чтобы я помог тебе убить столько людей? Да, брат. И я подумаю. Чич Марин. Линдси Лохан. Он идет за нами. Он рубит с плеча. Забирает всех тёлок. И Дон Джонсон. Больше всего хочу увидеть, как этот потлатый будет корчиться в петле. И мочит подонков. Мы не переходили границы. Эта граница прошлась по нам. А также Джессика Альба, Стивен Сигал и Роберт Де Ниро. Ёбаные кукарачи похватали калаши и теперь выносят все на своем пути. Но скоро им всем придется понять, какого мексиканца они пытались наебать. Мачете.